Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 59, упражнение номер 5. В этом упражнении мы должны сравнить данные числовые выражения. 10 умножить на 3 и 3 умножить на 10. В этих выражениях множители переставили местами. А мы знаем правило, что от перестановки множителей произведение не изменяется. Значит, между этими выражениями можно поставить знак равно. Аналогично во втором случае 8 умножить на 2 и 2 умножить на 8. Здесь тоже множители переставили местами, и поэтому тоже между этими выражениями можно поставить знак равно. 7 умножить на 4 и 4 умножить на 6. В первом случае по 4, берем по 7 4 раза, а во втором случае берем по 6 4 раза. Там, где мы берем по 7, должно получиться больше. Значит, 7 умноженное на 4 больше, чем 4 умноженное на 7. На 6. 9 умножить на 3 равно 27, а 9 плюс 3 равно 12. 9 умноженное на 3 больше, чем 9 плюс 3. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.